Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы слушаем истоки. Я какое-то истоки, что-то новенькое. Трек называется «Золушка». Ну, давайте слушать. А может, это мы с тобой на портретах? Золушка, где твоя карета? Снова по секрету всему свету смотри. А может, твое сердце дать мне билетик? Только одно имя на планете может показать мне, как это классно любить. А может, это мы с тобой на портретах? Золушка, где твоя карета? Снова по секрету всему свету смотри. А может, твое сердце дать мне билетик? Только одно имя на планете может показать мне, как это классно любить. Дождь или снег в нашем доме, он истлел. Я хотел убежать, только заново надел Суприм без рук твоих надел. Согрей меня, еще раз прошу, если можно все повторить. Еще раз закурю, хотя бросил. В кармане твоя фотка, в лужах осень. Я тебя до сих пор сильно очень. А может, это мы с тобой на портретах? Золушка, где твоя карета? Снова по секрету всему свету смотри. А может, твое сердце дать мне билетик? Только одно имя на планете может показать мне, как это классно на портретах. Золушка, где твоя карета? Снова по секрету всему свету смотри. А может, твое сердце дать мне билетик? Только одно имя на планете может показать мне, как это классно любить. Да, друзья мои, ну, любовь вообще страшная штука, я могу сказать, с одной стороны, любовь это здорово, это лишние, ну, дополнительные эмоции, это какие-то там, ты весь летаешь, порхаешь и так далее, с другой стороны, это с одной стороны любовь, а с другой стороны любовь это зависимость, и когда любовь зависимость, а получается, что навсегда зависимость, и ты... когда зависим, и ты уже за свои поступки иногда не отвечаешь, и это тоже плохо. В общем, короче, любовь такая страшная штука. Вот я, глядя на своих сыновей, сделал такой вывод. Как-то по себе я не так сужу, я вот сужу по сыновьям. Вот, ну, всем вам любви, друзья мои. Все должны хотя бы раз пережить это чувство. Вот, теперь про песенку. Ну, здесь мы оцениваем по 4 баллам, потому что здесь у нас еще клип есть, да? А, значит, ну, слова замечательные, все хорошо, все как бы со словами вообще, к словам не имею претензий никаких. Поставлю 8 баллов за текст. Вот, теперь, значит, за музыку. Вот, знаете, мне, ну, то есть, как бы, там тоже было сильно местами, но что меня, допустим, вот всегда мужчине раздражает, это было в Ти-Фесте, по-моему. Вот манера рыданий, вот здесь оно иногда просачивалось, вот эта вот манера рыданий, скуление мужчины. Мужчина должен быть сильным, друзья мои. Не надо скулить, особенно в песенке. Поэтому за это я снимаю 1 балл и ставлю, ну, как бы, 8 баллов, так и быть, за это.
Вот. Ну, было достаточно тоже атмосферно и неплохо, тоже 8 баллов. Но вот мне, допустим, клип, вот что мне не понравилось. Блин, песенка про любовь. Он в шортах. Ну, что это такое? Ну, это просто лайв-запись такая, типа. Нечего. Не клип, а так. Про любовь. Нечего в шортах. Может, это пляжная любовь? Нет, там было про Золушку. И у него кроссовки разные. У него кроссовки разные. Колдун. На ноге. Колдун. 6 баллов за это. Ну, 30 баллов делим на 4, короче, 7,5. Ну, неплохо для такой песенки, я думаю. Поэтому, ну, такие песенки у нас на канале тоже иногда должны быть. Всем пока!